У вас слишком много белья для сушки? Нет проблем, можно высушить все за раз с помощью сушилки All Mom, изготовленной в Корее. Вас беспокоит, что слишком мало места? Не переживайте, даже два больших полотенца свободно разместятся в длину. А на боковых крыльях можно вешать вешалки с длинными брюками и рубашками и легко их высушить. А для носков и мелких вещей есть специально удобные крючки. Очень прочная и великолепная по дизайну сушилка All Mom. Нет проблем ни с большими, ни с мелкими вещами. Очень удобная и мобильна. Ее можно установить везде – в комнате, на веранде. У вас слишком много белья для сушки? Нет проблем. Можно высушить все за раз с помощью сушилки All Mom, изготовленной в Корее. Это очень удобно. Вы можете легко и быстро высушить и длинные брюки, и рубашку, повесив их на вешалке. Если у вас мало белья, то можно сложить сушилку вдвое, что позволяет сократить место для нее. А на боковых крыльях можно вешать вешалки с длинными брюками и рубашками и легко их высушить. А для носков и мелких вещей есть специально удобные крючки. Очень прочная и великолепная по дизайну сушилка All Mom. Новая сушилка от компании All Mom. Она совсем небольшая, но на нее помещается так много вещей. Вы можете сушить на ней 100 предметов одновременно. Если вы решили перестирать все вещи в доме, это займет у вас не только целый день, но и все пространство. Раньше вам требовались 3 старые сушилки, но теперь достаточно только одной сушилки от компании All Mom.